очень плохо. Держись! Эй! Они догоняют! Да я знаю, знаю! Так жми! Прости, Сэм, но быстрее я уже не могу. Господи, охренеть! Двигатель накрыт. Что? Я могу починить его. Прикрой меня. Да что? Натан. Натан. Ну что нам с тобой делать? Наверняка сам устал от нотации, я устала их читать. Вот теперь просидишь тут выходные со мной, все поехали развлекаться. Мне плевать. Да, в этом-то вся и беда. Не понимаю, почему только я наказан? Потому что драку начал ты. Он отнял мою книжку. Просила же не носить ее с собой. Так что сам виноват. Он не имел права ее отнимать. А ты имел право сразу махать кулаками? Дело не только в книжке. А в чем еще?
Ни в чем. На исповеди скажу. Что бы я ни делала, ты упорно хочешь пойти по стопам своего бедного непутевого брата. Смотреть больно. Сэм! Вижу. Полезли наверх. Ой-ой. А это не наша задача помогать таким мальчикам? Что, обделяя вниманием десяток других под моей опекой? А что вы хотите от меня? Вы сами знаете. Нет. Я пока не готов сдаться. Этого не избежать. Вот что. Я поговорю с ним. Хорошо? Доброй ночи, отец. Доброй ночи, сестра. Чтоб тебя. Ого, мое досье. Натан, у вас проблемы, юноша. Надо к тому окну. Ну давай, двигай, сестра. Опять забыл ключ. Не могли бы вы открыть вам? Иду, отец. Давай! Сэм, подожди.
Почти на месте. Никогда нельзя расслабляться. Ладно. Рад тебя видеть, братишка. Что это? Да ладно, опять? Ерунда. Ты обещал не лезть на рожон. Он говорил про нас гадости. И? Сказал, что папа нас бросил, потому что мы тупые, а мама в аду, потому что... Нейт, ну брось ты, тебя дразнят, потому что ты ведешься. Ясно? Не обращай все в шутку. Ты бы врезал. Ты меня слушай, не повторяй за мной. Вот. А то простынешь. Ну? Так зачем ты сюда залез-то? Если монашки увидят, вызовут копов. У меня для тебя сюрприз. Рождества, что ли, ждать? Какой? Он снаружи. А говорил, не лезь на рожон. Сделаем исключение. Ну-ну. Вот это прыжок. Давай. Ничего себе, ты легкий. Тебя что, там не кормят? Как-то тут пусто. Где вообще все? На экскурсии. О, это я помню. Как поживает отец Даффи? Он там один нормальный. Навестил бы его. Да ну, еще начнет давить на совесть. Сюда. Легкотня. Давай. Черт. Захлопнулась. Я вроде я камушком придавил. Ну и пускай, мы с тобой поверху пойдем. Поверху? Сейчас увидишь. Ну, смотри. О. Теперь идем поверху. А ты умеешь? Ну, раз или два. Ну, давай. Теперь ты. А ты чем занимаешься? Так, я работаю. А как девушка? Какая? А, Кристал. Ну, мы то вместе, то не вместе. Вот сейчас не вместе. Ну что, кто не рискует, тот не бьет! Поменьше думай! Ты сможешь! Видал? Расплюнуть. Да. Ерунда. Вставай. Ну, клёво же. Ага. Еще как. Сюда. Я сейчас. Клёво же. Ага, еще как. Сюда. Я сейчас. Теперь прыгаем. Ага. Так. Посерединке. Аккуратненько. Очень.
Это ведь не грех? По-моему, грех. Готов, Тарзан? Ага. Ну, вперед. Забирайся на колокольню. Не запрыгну. Ну так обойди. Красивый вид, а? Да, неплохо. Ты уже залезал на крышу? Вот конкретно на эту? Нет. Но ты знаешь, как забраться, да? В общих чертах. Жди тут. Смотри и учись. Ага. Ну, конечно. А знаешь что? Давай-ка теперь ты. Серьезно? Да, серьезно. А я за тобой. Молодец, что? Нейтан. Попробуем. Так. А теперь вниз. Вот и все. Мы удрали. Ага. Посмотри, а? 250 кубов? Да ты что, смеешься? А 500 кубов не хочешь? Двухцилиндровый. Да ладно. Угу. Где спер? Эй, обижаешь. Видишь ли, братец, чтоб ты знал, я изменился. Купил на свои кровные. Давай, садись. Что? А, решил устроить мне праздник. Что, совесть нечиста? Знаешь, ты у меня чересчур умный. Ладно. У меня работа. Хорошая. Но есть один нюанс. Надо уехать ненадолго. Это на сколько? Ну, на год. Не больше, я быстро вернусь, соскучиться не успеешь. Бросаешь меня. Да ладно, не надо драмы. Тебе что, мало меня в приюте бросить? Как ты можешь так поступать? Да я для тебя стараюсь. Зарабатываю для нас обоих. Через пару лет что? Ты выйдешь. Через и... пару лет? Я хочу с тобой. Я едва концы с концами свожу. Заработаем. Понимаю, приют тебя бесит. Ты не понимаешь. Но пока тебе там будет лучше. Понимаешь? Просто поверь мне. Нечестно. Эй, жизнь вообще штука нечестная. Но мы справляемся. Так? Так. Но байк не единственный мой сюрприз. Видать, второй придется испортить. Что? Я нашел мамины вещи.
То, что продал отец, я нашел покупателя. Если ты врешь, чтобы я не злился... Нет, клянусь. Где? Хм, на том конце города. Как тебе идея их забрать? То есть украсть? Брось, какая же это кража, если вещи наши? Боюсь, копы могут не согласиться. А мы не будем попадаться. Ну, готов? О, да. Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, ¿eh? Меня так просто не возьмешь, приятель. Acabemos con esto. Давай. Chingada, este gringo sabe pelear, ¿eh? ¡Dale, cara! ¡Vuelve ahí! A ver cómo sales de esto. ¿Qué tal esto? ¡Gánamelo! ¡Elimínalo! ¡Lucha como un hombre! No. Ten no presencia. ¡Toma esto, pendejo! ¡Estás muerto! Estás por meterte con nosotros. Ahora sí, pendejo. Te vas a arrepentir. ¡Lo tienes! ¡Vuelve ahí! ¡Te voy a matar, come mierda! ¡Te voy a cerrar la bocota, gringo! ¡Ya basta! Я вас, ты идиотас! Шатерме! Да мы и не дрались. Правда, дружок? Ты меня матал, гринго, коме мерда! Ты звони, когда подрастешь, помутузимся. Ты его сгатирать по лькулу! В одиночку! Увести! Ты его ставишь перан на ки, э? Открой. Да ладно. И сколько мне здесь теперь торчать? А? Туалет-то где? Перед тобой. Удачи. Ага. Gracias. Такой сон снялся. А, эй, эй, эй! Ладно, полегче. А. Ладно, успокойся. Кульпа, пендехо. Эй, а можно мне хоть душ? Заткнись. Электричка? Или уже вечер? Тут ведь трудно понять. Эй, придурок! Давай наверх! Вывожу заключенного. Открыть ворота! Рад тебя видеть. Ярко и влажно. Приветствую в Панаме. Эй, гринго! Ви ло ке хисте а Густаво! Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo. Te lo mostraré cuando regreses. Déjanoslo a nosotros. Nos encargamos de él. Назад, назад! Прочь оттуда, выродки! Эй, эй, танкелисате. Да у тебя есть фанаты. А, восторженная публика. Ворота. ¿A dónde lo llevas? Es una sorpresa.
Diviértete. Я немного знаю испанский. Стоп, что ты сказал? Ты скоро все узнаешь. Te lo advertí, pero no escuchaste. ¿Qué está mirando? Нет, amigo, ничего. Назад. Это поручен мне. Bien. Чем фишка приехала? А куда меня ведут-то? Увидишь. После вас. Да, ничего подозрительного. Это же не кабинет надзирателя, да? Влево. Да, я понял. Сюда. Сюда? Пришли. Хорошо. Ты наручники снимешь? Хочу в долю. Что? На все, что ты там найдешь. Хочу в долю. Ну, знаешь, твоя задача была дать нам зайти и выйти, и все. И все? Да я ради вас своей шкурой рискую. Да, и Рейв тебе за это очень хорошо платит. Да. Хорошо, но мало. Тебе говорили не открывать. Да. Мне также говорили не брать взятки, не водить сюда никого и не бить заключенных. И тем не менее. Давай поосторожнее, этой бумажке 300 лет. Я служил в команде капитана Генри Эвери. Знаешь, кто это? Это пират. Пират, который взял самую большую добычу в истории и унес с ней ноги. Я почитал. Молодец. Больше может... 400 миллионов долларов в золоте и камнях. И все с одного корабля. С Ганки Савая. Да. Да, я в курсе истории. Давай, к делу. Так, так. Я сижу на самом верху испанской тюрьмы. А, вот. Уповаю, что однажды кто-нибудь придет в это адово место, примет мой крест и отыщет райские богатства. Ну... Что ты хочешь? Райские богатства. Боже, это метафора. Не-не-не-не-не-не. Вы с дружками купили себе пропуск в это адово место не ради одной метафоры. Хочу в долю. Ладно, сделаем так. Я обыщу камеру. Если 300 лет спустя там еще осталось что-то ценное, обсудишь вопрос с Рейфом. Давай уже. Письмо. Por favor. Как ты туда заберешься? Ручками. А может, вообще ты полезешь? Ты же хочешь в долю. Шею не сверни. Ага. Постараюсь.